Всем привет, мои подписчики и зрители. Я сегодня в новых очках. Хотела, не отходя от кассы, пока здесь в машине, вот я головой в кулере почти, хотела сделать обзор продуктов. Да, в основном продукты, только одно платье, которое я купила в каску. А где мой ресит? Короче, на это все добро я потратила $173.14. Я в шоке. Ну, короче, одни расстройства. Ну и что я скажу? Вот если сравнивать, например, с другими магазинами, то, как бы сказать, это недорого. Просто ты смотришь, ага, надо пачку того взять, две пачки того взять. Потому что, как бы, у меня нет возможности каждую неделю, каждый день ходить по магазинам, скупляться и все такое. Знаете, как уже говорится, как выбрался с магазина, ой, выбрался в магазин, выбрался в город раз в неделю, то уже давай что-нибудь купи. А так как мои хлопцы любят бутерброды, то надо нам бутерброды. Ну, в общем, меньше слов, больше дела. Купила молока. 2% молоко, я уже как-то говорила, мой муж любит 2%. Я люблю с красной крышкой, более жирнее. Но и так, конечно, все процеженное. Как говорится, все отвеянное, отфильтрованное. Но, как говорится, люблю, мужа балую. Так, ну и... Как говорится, если он уже любит синее, то я тоже синее куплю, ничего. Ничего страшного. Вот такая вот колбаса с салями. Она идет на сейле 9,99, но это аж две упаковки. И в одной упаковке 2 паунда, 970 грамм, почти килограмм в одной упаковке. Я думаю, это неплохо. Потом, это, по-моему, 11 с чем-то. Очень любят этот прошутто. Купила такие две упаковки прошутто. Оно, конечно, съедается, не успеешь, как говорится, моргнуть и глазом, быстро съедается. Но вкусное, на бутерброды то, что надо. Как всегда, забываю с собой взять морозильник. Ой, взять с собой лед. Но ничего, я недолго катаюсь. Гьоза. А свинина и курица. Гьоза это такие, как наши вареники, только китайские. Я всегда, кстати, эту гьозу всегда... Когда бывала в китайских этих ресторанах, то я заказывала всегда, они там переносят 5-6 штучек, и она всегда как бы там дорого стоила, почти доллар одна штучка. Но это попробуем, иногда что-то хочется для разнообразия или на работу что-то взять. На сковородку кидаешь и чуть поджарил, он уже готово. Так. Я смотрю, что надо в холодильник. Вот такой салат. В тот раз покупала какой-то кейл салат. А в этот раз какой-то Mediterranean кранч. Тут тоже, короче, палочки какие-то, сухарики, соус уже идет. А это копченое мясо, барбекю, кусок мяса, короче, вот такой вот. Видите, мужик говорит, ты когда-то пробовала? Я такая, не, ну на кассе. Он говорит, ты еще придешь покупать. Я говорю, посмотрим, говорю. У меня там дома тестировщики, говорю, они мне протестируют, хорошие или нет. Так, вот такие две пачки слив купила. В тот раз были темно-синие, в этот раз такие, как говорится, светлые. Одно мне, одно свекрови. Она очень любит сливы. Мой муж говорит, что у них всегда были сливы дома. Ну, у кого не было, у кого был частный дом, всегда были сливы. Так, а так ничего, просто в холодильник нету больше ложить, но ложу бананы. В этот раз органик купила, но они... Вроде на 20 центов только дороже. Авокадо. Авокадо у нас не сильно едят. Один раз купила. Короче, пропала. Ну, в общем, я чуть-чуть жду, чтобы оно поспело, как говорится. Разрезаю просто пополам, вытаскиваю косточку, солькой присыпаю и просто ложкой ем. Как говорится, жиры, но полезные. Пишется два хлебушка вот таких итальянских, rusty bread. Короче, я себе купила и свекрови. Так. Вот такой вот мешочек картошки. Молодая картошечка, просто в мундирах. Забрасываешь, сварил и все. Так, все, холодильник у меня уже, как не холодильник, а кулер, просто места нет. Места нет, мы это, значит, сюда... Так. Купила вот такие вот с Dolce Leche. Это со сгущенкой вареное печенье.
они недешево стоят. Я не помню, по-моему, 8 с чем-то или 10 с чем-то. Ну, очень вкусно. Иногда хочется с чаем что-то, как говорится, покупаю. А вот это вот, по-моему, японские или китайские такие печенья. К сожалению, нет нигде упакованные, нет нигде наклейки. Там идут такие разнообразные орешки внутри. Mixed nut moon cakes. Смешанные орехи, лунные такие печеньки. На коробке там в магазине было на общей, а здесь уже почему-то нет. Так, вот такие original English muffins. Мой муж любит такие вот, видите? Это хорошо на завтрак. Они в холодильнике можно хранить, можно на столе. Ну, в магазине на полке, конечно, хранится. Ой, никогда не покупала вот такой жидкий порошок. 225 загрузок, пишется Экос, называется магнолия и лилия, цветы здесь. Ну, короче, очень-очень-очень-очень невредная. Сумку туда. Короче, посмотрим, насколько невредная, потому что муж мой не любит, когда сильно запах у порошка, у одежды потом. Или, знаете, бывает, когда сильно порошок химический какой-то, начинаешь чесаться. Еще купила вот такое платье себе. Уже было $5. Она говорит, покупай еще одно. Там было такие, как... Видите? Простое черное платье, такое выше колена, $5. Я думаю, за $5 и в Гудвилле сейчас не купишь, в секонд-хенде. Короче, купила. Она говорит, бери еще одно, бы уже не будет. Оно такое было, как бордовое, темное такое. Не темное, а бордовое, но, короче, такое бледно-бордовое сказать. Я взяла его посмотреть. Один только платье было моего размера. Смотрю, там пятно. Я говорю, о, она говорит, бери. Она работает там. Я говорю, знаете, я тут вижу пятно, если я говорю, мимо рта потечет, то сразу, будет видно, что я наляпала. Ой, спасибо, что ты нам дала. Мы не будем продавать грязное. Я говорю, это не то, что там вы не должны продавать грязное, я вам как бы сказала. Я говорю, для себя. Она такая, ну да, ты права. Так, что еще? Еще нам домой, одну мне, одну нам домой, одну свекрови. Знаете, такие rotisserie chickens, куры такие уже гриль, как у нас говорят. В общем, я их туда положу. Ага, что я еще купила? В общем, короче, называется, выделила день для себя. Вот такие три упаковки салфеток, 150 штук. Две нам, одну свекрови купила. Всегда за свекров думаю. А, ну и все, карта пустая. А это я была в Минарде, который наш строительный магазин. Лампочки купила. Тоже мы дом ремонтируем. Думаем, так, надо будет лампочку туда-сюда. Там вроде лампочки есть, но не везде. Я уже одну выкрутила у себя дома. Думаю, так нельзя. В секонд-хенде забыла сегодня, зашла в секонд-хенд. И вот такую сороковку, я не знаю, нужно мужу или нет. Ну, как говорится, за 2,90 можно купить. Это сендер, который этот, наждачная бумага, короче, насадка, она вот эти вот круглые металлические, электрические дрельки, и шлифуешь это дерево, краску снимаешь. И вот такой вот тоже в Гудвилле за 2,09 попался кран для головы. Называется shower arm. Рука душа, короче. Вот. Я не знаю, нужно ли нам. Может быть, нужно. Я у мужа спрошу, потому что он говорил, что-то он будет оставлять, что-то он будет менять, что-то будет новое покупать, что-то старое. Короче, я спрошу. Когда дома, знаете, ремонтирую, что... Главное, чтобы я не наехала на другого человека машину. Вот, отлично. Расскажи. Ай, она не получила. Ты скажи. Называется, добьюсь вас. Ай, больно. Короче, вот это Коска, такой большой магазин. Так, я хотела еще заехать в магазин Walmart.
Хотела своей свекрови купить чайник электрический. Ей не очень нравится тот чайник, он как бы небольшой, где-то на литр воды, стеклянный. И люди постоянно путают, знаешь, как это, о, до горла налью. А ну до горла, там написано меточка. Надо долить только до меточки. Если выше метки наливаешь, то все, он уже начинает выкипать и пух, выключается свет. А пробки у него в подвале, ну короче, я вам куплю такой чайник, как у себя. Я сейчас посмотрю, есть ли в Walmart'е чайник, который я хотела купить свекрови. В принципе, он был когда-то, ну, они же там все меняют, что-то новое. Ну, в общем, еще вроде хочу в Aldi заскочить. А чего я хочу в Aldi? Я хочу мороженое какое-то посмотреть. Мой брат говорил, какое-то мороженое, но он в другом магазине смотрел, какое-то йогуртовое мороженое. У нас его нет в магазине, и Trader Joe's нет в магазине. Ну, короче, он в Сакраменто это видел, а у нас в Айове, не знаю, есть или нету. Так, поехали дальше. Зашла в Walmart, куча одежды. Называется «Покупай, не хочу». И на скидке, и без скидки. Мы одежду не так много носим, как говорится, как продукты. Мужчина уже на таком стульчике сидячем, но все равно, но все равно работает. А мы пришли сюда, надо чайники найти. В каждом магазине есть свои приколы. Не знаешь, где что у них находится, то приходится искать. Ну, приблизительно. Ты догадываешься, что домашние вещи в одном углу магазина, если продукты в другом углу. Противоположно. Так, кофеварки вижу. Сейчас покажу. Так, ну я думаю, о, что это? Миксеры, блендеры. Так, я думаю, что чайники будут на другом ряду. Смотрите, какая красивая посуда. Золотой ободок. И глубокие тарелки. Опа, уже вот начеблены. Уже нельзя продавать. Короче, что только не придумают, лишь бы деньги были. Так, там сковородки. Здесь чайники. Вообще не поняла. Видите, с той же серии, только вот такие вот запекать формочки. Electric kettles. Тут бытовая техника, но не то. Может быть, здесь кофеварки. Кофеварки и просто на один стакан. Кофемолка. У меня такая кофемолка у меня, только я покупала в этом. Я покупала на Амазоне. Ой, блендеров сколько хочешь. А, вот чайники. Да, такого чайника. Вот такой я хотела чайник. Вот. Только опять же, это на литр, наверное, только. Да, на литр точка 2. У меня надо побольше литр. На литр точка 7. Но такого чайника, как у меня, нет. Он больше, чем этот размер. Маленький я не хочу. И наверху нет, и на полках нет. Жаль. Ну, как говорится, может быть, уже разобрали. Наверху нет. Не вижу, не вижу. Ну, значит, нет. Ничего, ну, можно, конечно, онлайн посмотреть. Я люблю, знаете, как в руки взял, маешь вещь. Знаешь, что ты купил. Если что, возразить легче в магазин. Но нету, значит, выходим и идем до машины. Посмотрите, все, что хочешь. Особенно вот сейчас школьный сезон.
и стулья будут продаваться, и кофеварки, и для студентов сковородки, и полотенчики, и вешалки. Это такое, знаете, вот видите, даже вот школьная портфель, карандаши, кроссовки для студентов. А, тоже наборы всякие недорогие, кастрюль, все. Дезинфекция пошла уже. Освежители воздуха. Вот такая секция играть. Короче, студенты уже начинают возвращаться домой с каникул на учебу. На улице погода распогодилась, солнышко вышло, но приятно так в этом, в тенечке. А то было 70 с утра, потом 82 на солнышке. Я не знаю, как у нас там дома, но в этом, в Дэмойне, в столице такая погода. Кто не был в магазине Audi, делаю вам обзор. Не обзор, а экскурсию. Вот такие салаты разные здесь. Овощи, фрукты. Ну, так как мы уже, как говорится, в основном все купили в Коско, мы просто сделаем такой экскурсию. А, что я хотела? А, мороженое посмотреть. Хотела посмотреть, что есть за мороженое. Замороженное. О, холодильники сделали. Так было открыто. Сыры были открыты. Все. Сделали дверики для них. Я не знаю, зачем. Наверное, чтобы больше держалось, конечно, этот холод, чтобы держался больше. Нарезанная, как всегда, хэм, колбаса. Десертики. Мы печенье купили, хватит нам десертиков. Очень хороший бюджетный магазин. Вот последний раз покупала вот такой порошок свекрови давах. Хороший, ей понравился. То ли это как бы бюджетный магазин, да. Доступный простым смертным, таким как я. Витаминки есть, детям пюре, салфетки влажные. Корм собакам. Это мой любимый отдел. Шоколад. У меня аж руки трясутся на шоколад. Шучу. Все трясутся, конечно, так. Разный-разный шоколад. Какой хочешь. Что такое? Я люблю cookies and cream. А печенье как бы со сливками. Но с орешками тоже вкусно. Так. Вафельки, конфетки. Честно, хочется что-то купить. Хочется. А вот это вот вкусное, кстати. Вот это такое хрустящее с лесным орехом. Все вообще не с той темы. Это тоже с отсюда. Вот это вкусный молочный шоколад с кремом. В общем, консервы, это нам не нужно. А здесь промтовары. Вот, видите, 15,98. Я за 15 с чем-то купила огромную банку. Коска. Так, уже голова кружится, потому что я не ела. Детские платьички. Можно было купить себе хот-дог за $1.50, но что-то я не купила, я не знаю почему. Здесь контейнеры, дорожки на кухню. Вот, о, смотрите, чайник. Сколько этот чайник стоит? 18,99. Литр 700. Кстати, очень интересно, я возьму его. Так как я говорила, что хотела свекрови. В общем, посмотрим, как он работает. Если нет, мы возвратим его. Ну, я, кстати, здесь никогда не видела. Так и хочется сказать. Ну, Таня, ты же здесь раз в полгода приходишь. 8,99 шлепанцы. На шлепанцев у нас хватает. Вот даже очки, расчески. Вот это расчески должны быть хорошие. Обычно вот такие, когда расчески такие вот ряденькие, они хорошо расчесывают, они запутывают волосы. У меня, конечно, сейчас короткие волосы. Можно
За 2,99 можно купить расческу. Ой. Сейчас. Ох. Моя свекровь тоже не любит, когда ей волосы запутываются. Я хочу ей предложить, если она захочет. Подарю, конечно. Я деньги не беру. Редко, когда соглашаюсь взять. Но, знаете, как родная мама, то предложу ей фиолетовую расчесочку. Сама попробую, она мягенькая. Она тоже любит мягенькие, чтобы волосы не рвало, короче. Вот тут даже 5,99. Ну, это грубая штора. Это тоже грубая, как клеенка такая. А грубая нам не надо. 5,99 коврик. Тоже видно такая оценка, угол оценки. 2,99. Это coiled pet stick vacuum. А, это если... Это сколько же он стоит? 29,99. Это типа если волосы, знаете, там есть такая клеющаяся, наверное, лента. И если волосы собаки есть, то они собирают волосы собаки. Так, хлопья. Хлопья, хлопья. Что это, только одни хлопья? Мне надо тоже хлопья, думаю, купить. Сериал. Но мне нужно посмотреть больше выбор. Где больше выбор есть этих хлопьев? Шоколад опять на меня смотрит. Ну ты скажи, смотрит и моргает. Kitchen cleaning. Так, я не могу понять, где хлопья. Так, ну ладно, мы уже здесь. Давайте посмотрим, есть ли здесь мороженое. Сосиски в тесте, чесночные палочки хлебные. Здесь мороженое есть, но обычное. Мочи мы ели. Вот такой типа фрукт бар. Вот видите, манго и клубника. Но у нас такие тоже есть. Ванила барс, ванила крем. Крем нам не надо. Нам нужно какой-то крем. Может быть, это и есть крем? Как этот крем? Крем-крем. Йогурт. Но я не вижу. Мне надо йогурт. Я не знаю, брат говорил, йогурт, йогурт. В общем, не знаю, если он увидит когда-то, хай купит. Бо я, честно говоря, не знаю. Нету тут такого йогурта. К тому же я не понимаю, что такое. Какой это йогурт. Вот это йогурт, чи шо? Не знаю. В общем, надо... Вспомнила, мне ж надо хлопья. Я же говорю, хлопья. В Коска были раньше хлопья. Какие у нас хлопья? Муж любит. Обычные, простые, серые, которые злаковые. И злаковые, чтобы были с изюмом. Все. Как это? С клетчаткой называется. Здесь я почему-то не вижу. Или я слепая. Или они. Или я еще не была в этом ряду. Но это чипсы-шмипсы. Такие разные. Мука, майонез. Значит, здесь нету хлопьев или что? Потому что орешки. Я уже здесь проходила. Здесь я делала орешки и чипсы. И тут печенье. Да. Сухое мясо, хлопьев я не вижу. Хлопьев я не вижу. Молодцы, молодцы, пацаны, кажется, стукают по сахару, может стукнуть разок и рассыпется. О, здесь хлопья продаются. Так, во. А, это кранч. А, вот. Не хрустящий. Вот есть с кранчем вот такой вот, как мюсли идут хрустящие, а он любит вот такие не хрустящие. Возьмем упаковочку.
возьмем упаковочку и пойдем на кассу самообслуживания. Что здесь какие-то? Вода. О. Раз. Два. 2,19 хлопья. 2,99 расческа. И 2,99 расческа. Три расчески. Все, вот мои покупки с Алди. Будем рассчитываться, выходить. $32.11 за раз, два, три, четыре, пять наименований в руках несу. Дядька другому говорит, ты должен останавливаться. Наверное, что-то ему крикнул вслед. Он говорит, ты должен останавливаться для пешеходов, говорит. А если такие едут, не смотрят. А потом, если собьют, что будет? А что будет? Поздно будет. А пешеход прав, пока жив? И что потом человек раздавит человека и все? В общем, вот такие немножко вы со мной покупочки сделали. Вы где-то были в магазине, в Коска не были. Коска же такой заезженный магазин, как говорится. Все в него ездят. Я тоже иногда. Кто-то чаще, конечно, кто-то прям скупились на $500, скупились на $1000. Вам классно, если у вас работа позволяет, если вам финансы позволяют, то хоть и на 2000 скупляйтесь. Всем спасибо за просмотр. С вами была Татьяна на канале Жизнь в Айове. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь с каналом, подписывайтесь. Кто еще смотрит канал, но не подписанный, пожалуйста, подписывайтесь. Это для нас, для каждого, кто делает видео для вас, показывает жизнь. Большая поддержка и продвижение канала. Всем спасибо и пока-пока.